Всем привет! Это обзор от Калин Красный. Сегодня, как вы поняли по превьюшке, у нас в обзоре мой в действительности первый Лего Техник набор. В общем, какая предыстория? У меня до этого в действительности никогда не было набора Лего Техник, и я уже давно себе присматривал какой-либо набор по этой серии Лего. Вот, я сначала хотел взять совсем маленькие наборчики, вот эти, которые не так давно вышли, там трактор, самолет, потом еще этот комбайн небольшой. Вот, потом я посмотрел чуть на большие наборы, чуть-чуть. Это вот эти бигтраки такие за 1000. Вот, но чего-то мне все-таки не хватало, не мог найти что-то свое, скажем так. И я наткнулся на ютубе на одного обзорщика, который делает кастомные модели по серии техника. И он там делал обзор на лучшие ресурсники Лего Техник. Ну, то есть лучшие наборы, из которых можно потом делать всякие кастомные крутые модели, там чего угодно просто. И там был вот этот замечательный набор. И вот я его увидел, он мне запал, мне очень понравился, и я его нашел и купил, в общем-то. Что это у нас такое? Это у нас набор Лего Техника 42093 артикул. И называется у нас Chevrolet Corvette ZR91. Может, неправильно сказал, извиняюсь сразу. В общем, это такой небольшой крутой корч. Как я понял, это самый первый корч, именно вот в таком масштабе выполнены, в небольшом. И это очень крутая модель в плане ресурса, ресурсных деталей и вообще своей функциональности. Она очень хорошая, скажем так, и вкусная, и по цене. Вот, модель это вообще 2019 года, то есть 2 года, и она уже как продается, уже есть на нее куча обзоров. Но я решил сделать свой, запилить, так как это реально мой самый первый Лего Техник набор. В чем я очень рад. Я посмотрел на нее кучу обзоров, что можно сделать, как ее можно матрицировать. У меня тоже в это в планах появилось. В общем, прям, ну вот, крутой набор. Купил я его за 2000, а нет, вру, за 1700. В Яндекс.Маркете там по скидке еще плюс один набор брал. Вот, так что это лучшая его цена. Прям вот сразу скажу, что, ну, по мне, как человек, который первый раз будет его собирать, делать, стоит брать. Так, вот такая вот интересная коробочка. У нас в таких моделях, как правило, у нас идут две сборки. То есть один вариант и другой. Другой вариант у нас представлен сзади. То есть вот такая у нас моделька сама по себе идет. Это у нас настоящий Chevrolet Corvette. Lego Technic, как правило, у нас всегда делают две альтернативные модели. То есть вот альтернативная модель у нас это Hot Rod вот такой. Что у нас по функциям в наборе? По функции у нас, ну, имитация двигателя. Соответственно, у нас рулевое направление влево-вправо колеса двигаются. И с помощью вот этой шестерни там у нас есть раздатка, насколько я помню. Ну, в общем, я пока не силен во всех терминах, но надеюсь, у меня это вскоре получится. Я их восполню, все, буду правильно, хорошо знать и называть детали по-правильному. Что ж, я честно не знаю, как там даже запакованы детали, то есть по порядку, не по порядку, или просто там все пакеты подряд идут. Не знаю, честно. Давайте мы вскроем набор и посмотрим, что там внутри. Так, набор вскрыт, и что у нас там внутри? Доставим по порядку. Ага. То есть у нас не пронумерованные пакетики, я так понимаю, все просто вскрывается, собирается. Потому что это интересно. Но вообще, такие более грамотные, уже опытные обзорщики, люди, которые собирают, я видел, что они все это раскрывают и детальки раскладывают по, ну, по контейнерам специальным, таким обычным. И потом уже каждую детальку похожую кладут вместе и потом уже собирают, чтобы вот так у тебя все не разбросано не было и ты не искал глазами. Так, что там еще? Один такой пакетик у нас с самыми основными деталями скрепляющими. Еще один пакетик с более главными основными деталями. Так, и еще, и еще, и еще. Ага. Еще пакет тут у нас уже, я вижу. Крылья вот эти идут очень интересные. Еще один пакет с важными деталями. Наклеечки. Ага, наклеечки. Всего у нас здесь 9 наклеек. Максимум 9 наклеек. Сразу скажу, что я не все буду наклейки клеить, потому что, ну, я планирую из этой модели еще что-нибудь может поделать. Вот, какие-то наклейки, какие-то нет, потому что, ну, мне интересно еще что-нибудь поэкспериментировать. И вот такая, блин, слушайте, крутая толстая инструкция. Очень прикольно, хорошо перешито, сшито, вот. Блин, круто. Я уже предвкушаю, как я это буду все собирать. Хорошая такая добротная инструкция. Что ж, собираем все это и смотрим повнимательнее.
Итак, я его собрал, и это просто, ну, пушка, это огнина, это прям огонь, я прям не знаю, как еще вот просто описать, у меня нету слов, одни эмоции, как я люблю говорить. Ребята, это прям очень крутая модель, она вот очень детальная, она очень такая проработанная, на мой взгляд, я, конечно, не разбираюсь пока еще в Лего-техник, но это прям пушка точно. Прям вот я сразу, ребят, советую вам, покупайте, я купил ее в Яндекс.Маркете, по-моему, за 1700, там была какая-то скидка, в общем, за 2000 его прямо сейчас можно строго поймать, и вот как первый Лего-техник набор, как у меня, это прям огонь, потому что он, вот как видите, функция у него поворачивает колеса, и он двигается, то есть все нормально, все работает, все отлично, и вот чтобы так вот поиграться немножко, или он стоял красиво на полке, он на полке очень круто смотрится, это прям огонь. Так, ну давайте поподробнее о наборе, как я уже говорил, это у нас первый такой корч, именно исполненный в таком небольшом масштабе, насколько как я понял, потому что до этого Лего-техника выпускали чуть больше моделей, они стали, соответственно, у них деталей было больше и стоили дороже, а тут вот Лего решил так исхитриться, тут не так много деталей и прям, ну, очень такой, на мой взгляд, продаваемый набор, потому что на него обзоров очень куча, очень много. Вот. Мне очень понравилась сборка, сразу скажу по сборке, мне очень она понравилась, потому что я несколько раз собирал, переразбирал, потому что вот под ним, тут вот внутри очень крутые детальки, все тут планетарная как бы редуктор у нас, все работает, все крутится, супер просто. Вот, и несколько раз собирал, переразбирал, там, вникал в эту конструкцию, в смысл, как все поворачивается, как работает у нас, как все в настоящей машине. В этом плане, конечно, Лего молодцы, я такого прям, ну, не ожидал. Я видел, смотрел, но вот когда сам попробовал это собрать, поразбирать, это прям огонь. Так, ну и сам набор. Это у нас как бы копия существующей машины Chevrolet, такая вот она раллийная, интересная. По функциям, что у нас по функциям? Ну, это, естественно, у нас поворачивается руль, то есть у нас вдоль всего корпуса есть ось, которую вот, если видите, да, как поворачивает. Механизм поворота самый простой, по шестереночкам у нас все поворачивается влево-вправо. Вот, потом у нас машинка сама по себе катится, ездит, естественно, что добавляет и такой интересной функции. Вот, у нас здесь стоит планетарный редуктор, по-моему, это называется правильно. Очень интересно, очень хорош, все работает, все крутится, все как надо. И очень интересно, здесь у нас проработана имитация восьмиклапанного V8 двигателя. То есть, когда у нас машинка едет, она у нас не инерционная, к сожалению. То есть мы ее назад не откатываем, она вперед не катится, а вот когда она у нас едет, у нас как бы идет имитация работы клапанов двигателей. В общем, вот такая вот крутая получилась машина. Я очень доволен, что я ее купил. Такой небольшой у меня обзорчик на нее получается. Ну, потому что тут такого прям, ну, что-то интересно обозревать я не могу пока еще, не могу сказать. Очень круто у нее вот такие вот эти крылья. Очень крутые, вспоминал, как называется. Интересно проработан этот скос. Он в действительности у машины вот такой. Очень интересно, он там на планочку так поднимается, чуть опускается. То есть очень круто. Что еще могу сказать интересного? В принципе, прям это очень удачная идея, на мой взгляд. У нее интересно сзади проработано бампер. То есть у нас здесь такой выхлоп, задний стоп фонари и вот, собственно, неповоротный механизм. Я не стал, ребят, клеить на нее наклейки, не стал, у меня очень интересные наклейки, никакого вообще не наклеил, как я говорил, что, в принципе, наверное, наклею, но я не наклеил, потому что, ну, он и так без них круто выглядит, а почему я не стал, потому что, возможно, я потом эти детали буду использовать для чего-то другого, и вот подумал, посчитал, что они могут мне пригодиться, а там в дальнейшем мне испортить. В планах, что мне в планах по этому корчу? Он мне сам по себе понравился, я его навряд ли буду разбирать, пересобирать во что-то другое, но я его, скорее всего, моторизирую. В интернете полно, на ютубе полно просто разных версий, как моторизации, но чтобы его моторизировать, мне нужно сначала купить к нему соответственно еще и блоки, моторы, двигатели, сервоприводы, которые будут его моторизировать. Так что в дальнейшем ждите у меня обзоры на еще, наверное, набор Лего Техник, где есть у нас двигатели или какой-то китайский аналоги, потому что китайские аналоги дешевле. Мне интересно, как работают китайские двигатели. Про Лего Техник двигатели все известно, все понятно, все там отлично, безупречно. А вот про китайский мне очень стало интересно.
В общем, каков итог? Ребят, я рекомендую к покупке эту модель. Она очень крутая. Вот как просто вот первый раз вы у вас такого не было. Пособирайте, собрать это прям в одно удовольствие. Я собирал очень его долго. И это было одно удовольствие. То есть даже, я даже не так кайфанул, как от LEGO System наборов. В общем, покупайте прям строго. Прям вот, если увидели, дешевле 2000, прям вот не жалейте, купите. У меня на этом все, ребят. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк, колокольчик и вступайте в группу ВКонтакте, где мы выкладываем обзор на LEGO и его аналоги. Всем пока!